Всем привет, металлолом, продолжение. Ну, короче, заехал, еще позабирал. Здесь вчера написали, забери колеса. Ну, и вот такие вот забрал, они мощные. Можно какую-нибудь тележку сделать. Такая плотная резина. Короче, магнитофон нашел. Подключил к аккумулятору, а он светится. Не знаю, колонки еще подключу, попробую. У меня в Фиате вообще магнитофон не работает. Вот еще подножку такую нашел от какого-то мопеда. Не знаю, может, кому нужно. Нужна. Ну и вот колесики еще, наверное, на продажу эти побрал. Вот. Вот такие вот два колеса. Кто-то написал с какой-то кукурузной копалки, сеялки. Я не знаю. Ну, короче, я их забрал. О, тут даже хороший подшипник. Крутятся, вертятся. Ну, вон еще одно колесико. О. Да, ну, короче, два колеса. Можно даже тележку мощную сделать. А то у меня компрессор, так покупные колеса, причем очень дорогие, там по 800 гривен их брал. А компрессор очень тяжелый, 400 килограмм, так прогибаются, проминаются, не выдерживают. Ну, вот такие, я думаю, выдержат. Они, конечно, вот немножко потресканы. Ну, не знаю. Но я думаю, они надежные, вечные, да? Как вы думаете? Короче, вот эти вот или на продажу. Ну, если кому нужно, пишите. Я телеграм оставлю свой. Пишите в телеграм, если кто хочет вот эти два колеса купить. А магнитофон сейчас поедем на базу и проверим. Подключу колонки. Попробуем включить. Это с москвича. С москвича разрезанного. Так. И вот мы в гараже. Значит, подключил им магнитофон. Вот он. Вот, к аккумулятору подключил. Подключил динамик. Вот оно как все. Это магнитофон там с порезанного москвича. Его порезали просто металлолом. И кусок панели было, и магнитола торчала. Я его, кстати, в прошлом видео показывал. Во. Это типа звук. Ну, давайте включим. Смотрите, светится. Я, правда, не знаю, что этот индикатор означает. Но попробуем покрутить. Вот звук. Слышим звук. О. Значит, радио работает. Так, что-то про войну. Даже вон. Вот это включается стерео. Пока не будем, ну. Не знаю, вот здесь переключается еще радио. Я вот вместо антенны кусок проволоки вставил. Вот, вот кусок проволоки. Ну так, проверить. Так, все. Хочу музыки. О, музыка. Работает, мужики. У меня в Фиате вообще не работает. Но это ладно. Он же кассетный. Кассета. Настоящая кассета. Из Сусеков. Гала Студио. Попробуем. Я еще не испытывал. Так, что оно? О, не работает. А может, переключается? Так, МВ. А как кассету включить? А что она не работает? Так, ну ладно, кассета, наверное, не рабочая. О, застряла. Так, ну ладно, хорошо, хоть радио работает. О, давай, зараза. Вот она, моя кассета. Вылезла. Еще раз, дубль 2. Здесь какая-то вот бумага на ней. Может, из-за нее не работает.
Кассета. Флешка, это флешка. Так, а ну-ка, еще раз. Вспомним молодость. Ну. Есть! Работает! И звук. Ну, глючит, короче. Так, а чё звук не работает? Блин. Кассета. Ладно, я его сейчас разберу, еще положу, покручу. Так, а ну-ка, пауза. Короче, разобрал магнитофон, вытащил, пленка размоталась в кассете, вот видите. Сейчас надо пленку свернуть обратно. Так, все, пленочку смотал, вспомнил детство, еле-еле замотал. Пробуем еще раз вставлять, посмотрим, как она будет работать или нет. О, работает. Прикол. Ну, короче, кассету я, похоже, слушать не буду. А, вон, заматывает пленку. Ну да. Ну ладно, кассета не работает. Ну, хотя бы радио работает. О, такой вот чудо-магнитофон. Всунул фиат. Пусть хоть радио рассказывает там какие-то истории. А ну-ка. О, что-то кнопка еще заедает. Так, а как его? О, включилось. Немножко звука. Частоты. А, подождите, это ж нужно как-то переключить. А, во. Короче, FM включается вот этой кнопкой. О, музыка. Ну, пойдет. Тихо работает. Не знаю, что такое звук тихий. Ну, нормально. Пойдет. Смотрите, здесь даже бас настраивается. О! Ля-ля-ля-ля-ля. Короче, работает. Пойдет. Фиат поставлю. Ну, вот такие находки сегодня, да. Это быстрые находки. Впервые рабочий магнитофон. А что обозначает 48, вот это 7, я вообще не понимаю. Кто знает, напишите. Оно, кстати, не крутится, вот это 48 и 7. Оно. Вот я радио кручу, оно не изменяется. Короче, наверное, надо для донатов ссылочку отправить. Ой, сейчас хейтеры меня опять захейтят. Не буду ссылку оставлять. Все, ладно, на этом все. Всем пока, до новых видео.